Здравствуйте, уважаемые посетители портала armdorf.ru и читатели журнала «Вестник» арматуростроителя. Мы находимся на выставке «Росгаз Экспо 2019». В настоящий момент наша съемочная группа находится на стенде предприятия ПКТБА. Моим собеседником стал Андрей Андреевич, директор по развитию продаж. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании. Я думаю, многие компанию нашу знают, но тем не менее наша компания является ведущим производителем по оборудованию для ремонта и испытания трубопроводной арматуры, а также оборудование для освидетельствования газовых баллонов. Что вы можете сказать по программе импортозамещения? Мы очень успешно работаем в этом направлении, таким образом, что закрываем потребность не только в России в плане импортозамещения, но и также работаем с европейскими странами и многими странами практически всех континентов и поставляем туда свое оборудование. Расскажите о продукции, которую сегодня представляете на стенде. Продукция уже была ранее представлена, но сегодня мы привезли нового поколения, что-то доработанное, что-то абсолютно новое. В частности, это устройство служит для испытаний предохранительных клапанов без снятия с трубопровода, находящегося под давлением. Это устройство у нас было достаточно давно. Сейчас оно доработано, и благодаря этой доработке уменьшилась погрешность, увеличились ее эксплуатационные характеристики. Подробности я бы не хотел раскрывать. Все, кому будет интересно, буду рад ответить по телефону или по e-mail. Хорошо. А какое еще оборудование вы можете рассказать нам на выставке? Здесь у нас представлены стенд и станция гидравлическая и пульт управления для проведения испытаний запорной арматуры и регулирующей. В данной системе управления реализовано одновременно и пульт управления, и источник давления, и система протоколирования всех параметров. Управление организовано таким образом, чтобы минимизировать человеческий фактор и повысить удобство эксплуатации и заменяемость, скажем так, обслуживающего персонала. Нет необходимости долгого обучения для работы на этом оборудовании. Кроме непосредственно станции управления, можно рассказать пару слов о самом стенде, на котором проводятся испытания. Подобный стенд выпускается нашим предприятием достаточно долгое время, но постоянно нами ведется доработка и модернизация, улучшение всего оборудования, в том числе и этого. На данном стенде представлен блок протечек непосредственно на самом стенде. Это минимизирует погрешности при подсчете протечек. Также органы управления представлены на самом стенде, что позволяет уже быстрее проводить установку и непосредственно испытание арматуры. Кроме этого, мне хотелось бы пару слов сказать еще об одном оборудовании. Данный стенд представляет собой линейку наших горизонтальных стендов и представляет собой вот последнюю версию. Мы горизонтальные стенды выпускаем давным-давно, более 20 лет, и здесь дело все в деталях. Такие детали, как, например, мы используем сейчас кожухи для защиты основных подвижных элементов, которые позволяют не только защищать персонал от возможных травм, но и создают дополнительную эстетическую составляющую оборудования. Все элементы выполнены настолько удобно, чтобы не мешать ни обслуживанию, ни непосредственно работе на нем. Основание, поддон выполнен из нержавеющей стали для того, чтобы продлить внешний вид, был лучше, и продлить срок эксплуатации оборудования. В производстве нашего оборудования мы используем много импортных комплектующих, которые позволяют нам обеспечить высокие эксплуатационные характеристики. Кроме этого, конечно, мы поддерживаем отечественных производителей и по возможности без ущерба для качества, и по возможности без ущерба для качества оборудования применяем отечественные комплектующие. Хорошо, Андрей Андреевич, расскажите, а какие планы вот на будущее вашей компании по развитию?
Развитие нашей компании связано в первую очередь с тем, чтобы позволять нашим заказчикам решать те задачи, которые перед ними становятся. Мы все работаем для заказчика, на заказчика. Мы всегда ведем тесный диалог с заказчиком, поэтому мы понимаем, что нужно не только сейчас, но и что нужно будет в будущем заказчику. Мы меняемся вместе с рынком, мы меняемся вместе со временем, мы постоянно ведем доработку существующего оборудования, разработку новых моделей. И в этом плане какие-то новинки, которые сейчас выпускаются, у нас разрабатываются, я пока не буду раскрывать. Я думаю, что на следующий ПМГФ мы обязательно их привезем уже в наличии, вживую. Хорошо, вот сейчас затронули тему форума. Как вы оцениваете выставку в этом году? Я считаю, что в этом году выставка стала более активная. Люди приходят целенаправленно и в большем количестве, чем в прошлые года. Мы наблюдаем живой интерес. Мы видим, что то оборудование, которое мы привозим, оно демонстрирует уровень нашей компании. И это не картинки в каталоге, это живое оборудование, которое у нас выполнено под заказчиков, которые мы после этой выставки будем отгружать уже непосредственно заказчику. Это все вызывает безусловный интерес, и диалог строится уже несколько иначе. Поэтому данная площадка, по моей оценке, замечательна. Замечательна в том, что можно увидеть многих людей здесь, с которыми встречаемся, ну, как правило, уже раз в год именно в это время. Хорошо, Андрей Андреевич, от нашей медиагруппы мы желаем успехов вам, вашему предприятию. Большое спасибо за беседу. Спасибо вам. Всего доброго.